Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Они не действуют по шаблону, а всегда стараются найти собственный и усовершенствованный подход к чему-либо. Активизируют воображение. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Люди с буквы «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Этим людям можно верить, они верны своему слову. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. В основном обладатели этого имени склонны к эксцентричности, эгоистичности, доминированию над окружающими. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Владельцы этого имени восхищают своим живым воображением, творческими и интеллектуальными способностями, своей оригинальностью. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.